Две победы на чемпионате. Кировчанин Артем Клепиков вернулся из Южной Кореи, где в городе Сеуле на чемпионате мира по гиревому спорту завоевал сразу две золотые медали. Одну в упражнении по длинному циклу, там он выполнил 80 подъемов двух гирь весом по 32 килограмма. А вторую в эстафете по длинному циклу. А кроме того, юноша выполнил норматив звания мастера спорта международного класса России. У Артема Клепикова это первое соревнование такого масштаба, но, как признались он и его тренер Евгений Малков, в победе были уверены, ведь готовились к чемпионату несколько месяцев по 6 дней в неделю. Тяжело очень было настроиться, потому что там нужно было выполнить мастера спорта международного класса. Это во-первых. Во-вторых, нужно было занять первое место. И в-третьих, нужно было обыграть моего соперника. Также определенную сложность составляло то, что в этой стране был другой часовой пояс, и очень сложно было перестроиться. Конечно, волнение было в том, что не подвести сборную России. Он первый раз за национальную команду выступал. От этого еще было большое напряжение и большая ответственность, с которой он с честью справился, обыграв и нашего представителя, который выступал за юниорскую сборную, и показал отличный результат.